Доброе утро, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на нашей конференции, посвященной теме блокчейн. Безусловно, сегодня Татарстан – это лидер с точки зрения внедрения инноваций, технологий в каждый аспект жителей республики. От нефти мы не отказываемся. Все, что есть, это наше. Но без вот цифровой экономики и без блокчейн, то есть быть конкурентным в мире будет сложно. Я желаю вам хорошей, успешной работы, и Татарстан открыт для вас. Можете переехать, можете приезжать. Любая форма приемлема. Носите наши футболки. Я думаю, что экономика 21 века в основном и будет цифровая экономика, где нефть 21 века и будет информация. И я бы сказал, что из самых таких интересных технологий внутри цифровой экономики, внутри, что называется, 4-й индустриальной революции, это блокчейн и есть одна из них. Но, тем не менее, если говорить серьезно, то блокчейн, конечно, это фундаментальная вещь. Это вещь, которая должна поменять систему взаимоотношений между государством, между гражданами и вообще, в принципе, в обществе. И в этом, наверное, сама сущность блокчейна. И когда, конечно, мы говорим о, мне кажется, блокчейне, мы не совсем допонимаем его важность. Она намного больше, чем мы думаем.